Я думаю, что сегодня постараются подопечные Суманина победить. Но и там сыграл Денис Паршин. Ошибка! Подхватывает шайбу нападающий Станислав Кацуба. Бросок и Денис Костин в лиге. Амура авангард. Вот еще раз смотрим. Ошибка Густавсона. И убегал к воротам Михаил Железнов. И Костин. Здорово играет. Ну, еще одно у нас удаление. Кликнулись. Минута 15 еще у авангарда на то, чтобы реализовать свое преимущество в формате 5 на 4. С воротами пока разыгрывают из авангарда шайбу. Густавсон. Эрик Густавсон на Соботку. Соботка на штангу. И сам Паршин атакует. Добивание и гол. Динамичный был момент. Посмотрим повтор. Вот получает свободный Паршин. Бросок и шайба залетает. Ворота. Нет, Широков, конечно. Широков на добивании. И набирает. Самый последний момент успел Томми Тайми помешать форварду авангарда выйти на бросок. И все-таки Широков изловчился и бросает. Борисов немножко выше из ворот, сократил угол обстрела. Ну, еще раз смотрим опасный бросок Мозера. Еще при счете 0-0 был этот момент. Ну и контратака Амура. Бросок Лугина и Костин на месте. Бросок с кистей Миклика и Костин. И Костин. С круга вбрасывания с кистей, с ползоны. И вот еще видим момент, когда, знаете, успевают пока кисты авангарда возвращаться в оба. Но Костин здесь побыл на чеку. Ну и вот хороший момент. До этого был два броска. Поворот на первого периода. Неплохо. И вот Тарасов имеет момент. Костин кладет щиток. Тарасов не поднимает над ним шайбу. И по-прежнему 0-1. Но непонятно. Два момента у капитана Амуров. Сейчас Борисов. Ну посмотрите. Пустые ворота. Тарасов не забивает. И вот момент. До этого выход 1-0. И не сумел шайбу поднять. Скорость. Передача. Широков. Очень хороший бросок. Метил в дальнюю девятку Сергей. Тор. Даже больше, наверное, может быть, счет 1-1 был бы справедлив. Широков получает силовое удаление. Удаление тут настоящее. Заруба на последних секундах. От одного ушел Широков. И вот поймал его тут перетягивая на бедро. Ну и вот такой момент, посмотрите. Да, спасатка. Подустали уже и нападающие авангарда, и обороняющиеся Амура. Еще момент, Широков феерит. Борисов, нет, это Лямин бросал. И какой момент сейчас. Браво, браво, Сергей Борисов. Страж ворот Амура. Голкипера Амура. Вот мы видим, до этого спасает свою команду. Да, и Лямин. Лямин тут заряжал от всей души. И авангарда. По 10 смен провели, по 72 минут в среднем. Вот авангард атакует. Мозер. Мозер и гол! Какой проход Мозера, а? И как сейчас момент сыграл. Ушел с подопеки. Марцело Гашчика как раз, который не доработал до конца эпизода. И вот так вот между щитками Борисову Мозер шайбу отправляет. Рикошетом от голкипера. На не слишком удачно. Причем три подряд поражения дома могут потерпеть кабаровчане. Ну и вот что может завести команду. Да, явно тут, конечно, сейчас по очкам, по крайней мере, победит Фисенко своего оппонента. Роман Берников, по-моему, это был. Себя в обиду не дал. Ну вот смотрим. Вот так вот все началось. Сначала в партере. И
Борисенко предложил подраться, а Васильев сказал давай. И Васильев в партере щитками. Вот смотрите, 4 на 4 играет команда, как будто авангард в большинстве. Соботка. Ой-ой-ой, как все по нотам разыграл авангард. Сергей Широков разыграл авангард, посмотрите. Соботка и не успевает Сергей Теряев за Широковым. 3-0. Такой счет, и для Амура все становится достаточно попроще. А мячом более того. Перехват, Калинин. И Булит будет назначен. Калинин убегает, и Сафронов тут фалит. У Калинина пока 3 заброшенные шайбы и 3 результата. Связано с Борисовым. Итак, Калинин против Борисова. Бросок и не точно. Бросок и не точно. С неудобной руки бросал Калинин. Не сумел переиграть. Фактически, скажем так, обеспечивал бы себе авангард победу. А так... Ну вот мы видим, да, шайба. Дачи. Это, конечно, будет многие атаки хабаровской команды. Первушин. И просто на раз, два, три. Передача на пятак. И счет становится 4-0. Тут Николай Лемтюгов забрасывает шайбу в ворота соперника. Густавсан. И Борисов дважды спасает свою команду. Какие опасные броски сейчас по воротам Амура. Вот посмотрите, опять наброс. И, казалось бы, не дадут бросить. И момент, Борисов. Как шайба сейчас не попала в ворота, непонятно. Ну что ж, вот мы видим сейчас суперсейв Борисова. Дубль Сергея Широкова. Открыл он счет на 6-й минуте. Евгений Мозер 2-0. Сергей Широков 3-0. И Николай Лемтюгов забрасывает 4-ю шайбу. Терпит Амур 4-е поражение подряд.